радужная нить проходит уже второй год. Первый год он проходил среди детей с отклонением физического развития. В этом году мы решили сделать его общедоступным, то есть среди молодежи города. Но также дети, которые принимали участие в прошлом году, с радостью приняли участие и в этом. Я буду рассказывать о последней поделке, которую мы делали и принесли сюда, на конкурс. А изготавливал ее со своим другом, он тоже состоит в том же патриоте, где состою я. Моя поделка — это конь и жеребенок. Они дарятся мужчине в символ успешности, удачи и здоровья.